На полях нынешнего государственного визита Беларусь и Китай планируют подписать около 30 документов во всех сферах. Накануне приезда Александра Лукашенко в столицу КНР прибыла представительная белорусская делегация в составе членов правительства, руководителей министерств и ведомств, директоров крупных промышленных предприятий. У них уже состоялся целый ряд плодотворных рабочих встреч и переговоров с китайскими партнерами. Мой коллега Игорь Поздняк передает из Пекина. Китай хоть и гигант мировой экономики, но партнер осторожный. Лишь 20 стран в списке так называемых стратегических партнеров. Это всего-то 10-я часть политической карты мира. Но Беларусь уже в числе избранных. Деньги, как известно, любят тишину. Руководители белорусских предприятий здесь, в Пекине, не упускают возможность договориться о взаимной выгоде. Именно такие диалоги – прелюдия к государственному визиту Александра Лукашенко. Все, о чем сказано накануне, завтра в присутствии лидеров двух стран закрепят документально. На кону 30 соглашений. Сейчас наше сотрудничество переходит в кредитно-инвестиционную плоскость. В рамках предстоящего визита главы государства будет подписываться ряд документов. В их числе соглашение о порядке взаимодействия в создании китайско-белорусского инвестиционного фонда между китайской компанией City Construction, Министерством финансов и Беларусьбанком. Также будет подписан меморандум с Эксимбанком Китая о кредитовании, льготном кредитовании 5 проектов в области машиностроения и АПК. На полях государственного визита президента сегодня кропотливая работа, которая на первый взгляд видна не всем. От каждого слова и даже взгляда будет зависеть то, что подпишут завтра. Центральные китайские газеты подогревают интересы, и это еще один добрый знак. А речь идет о принципиально новом формате белорусско-китайской экономики. Эдакий переход от кредитного, когда Китай выделял деньги на проекты, к инвестиционному сотрудничеству. Это означает, мы ждем тех, кто готов сам делать бизнес в Беларуси. Прямые иностранные инвестиции из Китая в прошлые пятилетки увеличились в 10 раз. То есть поступательное движение очевидно. Поэтому этот визит в том числе ознаменуется тем переходом от кредитно-инвестиционного сотрудничества к прямым инвестициям. Мы присматривались друг к другу, мы в большей степени позиционировали кредитно-инвестиционное сотрудничество. Пришло время для того, чтобы осуществлять взаимопроникновение бизнеса. У Китая сегодня большая перезагрузка. Эта страна не только искусно перекраивает экономическую карту мира, но и расставляет новые внутренние приоритеты. Среди них больше возможностей для частного бизнеса. Для Беларуси здесь еще один прагматичный интерес. Мы перешли с нашими китайскими партнерами по инвестиционной деятельности. Мы подписываем соглашение, где будет предоставляться инвестбанкам ресурсы для китайских компаний, для того, чтобы они входили в инвестиционный капитал белорусских компаний, белорусских предприятий. И на гринфилд проекты оценивается вот такое соглашение 5 миллиардов долларов. Бизнес на все времена – продукты питания. Для Беларуси эта позиция еще и самая выгодная. Наши качества уже подтвердили китайские экспортеры. С сентября зеленый свет для наших производителей на необъятном китайском рынке. В настоящее время открыто на китайский рынок 34 молочных предприятия Республики Беларусь. На проработке еще 6 предприятий мясной отрасли и одно предприятие по детскому питанию. Поэтому расширяется ареал поставки нашей продукции на китайский рынок. Этот привычный аксессуар для любого жителя Пекина сегодня не понадобится. Знаменитый пекинский смог рассеял свежий ветер, и 20-миллионный мегаполис просматривается на многие километры. На дальновидность, прозрачность и чистоту делают ставку и в белорусско-китайских отношениях. Но как разрешится главная политическая интрига? Встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Уже завтра лидеры двух стран пожмут друг другу руки здесь, в Пекине. Игорь Поздняк, Максим Суцукевич, телекомпания СТВ, Китай.